сессию мы будем собирать тогда, когда будет принят государственный бюджет. Сегодня ситуация непростая, здесь есть два варианта. Первый вариант, я думаю, что в течение недели все-таки народные депутаты Украины определятся, или не внесут изменения в налоговый и бюджетный кодекс и примут бюджет на новой основе, налоговый и бюджетный. Для нас бы это было приемлемо, потому что в нем предусмотрено, в проектах этих документов, я с ними знакомился, мы, как Всеукраинская ассоциация районных и областных советов, вносили много туда предложений, они во многом учтены, и тогда бы мы больше средств в регион получили для финансирования различных программ и на жизнеобеспеченность региона. Есть второй вариант, что изменения в налоговый и бюджетный кодекс вноситься не будут в этом году, тогда бюджет будет принят на действующий налоговый и бюджетный основе. Поэтому, когда мы получим ответ на этот вопрос, да, мы определимся в области, когда мы соберем пленарное заседание сессии областного совета. Скорее всего, что это будет внеочередная сессия для рассмотрения, конечно же, бюджета, потому что это очень важный вопрос, если не главный вопрос. В отношении, как бы, наших возможностей, следующий год будет тяжелым. Обманывать людей нельзя. Мы выйдем. Да, мы в этот год заканчиваем, выполняем и областной бюджет, и сводный бюджет, и в абсолютных цифрах, и в плановых показателях, и в процентном отношении. Но мы видим сегодня темпы снижения объема производства на уровне, по Харьковской области, на уровне 13-15%. И можем спрогнозировать о том, что на следующий год будут уменьшаться поступления во все уровни бюджета, в том числе и в областной. И здесь я считаю, что тут самая стратегическая задача, над которой должны сконцентрироваться исполнительная власть, весь депутатский корпус, всех уровней абсолютно, на создание условий для производства, на создание возможностей производству среднему, малому бизнесу, крупному бизнесу нормально работать, на создание условий для экспорта продукции, на внедрение новых технологий, энергосберегающих технологий, на поиски новых рынков сбыта, с учетом того, что мы утратили рынки сбыта, особенно в нашем регионе, на востоке нашей страны. Вот это стратегические вопросы для того, чтобы экономика жила и регион мог выжить, соответственно, как бы наполнялся областной бюджет.